8 вечера в Украине. Самое время узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Говорит и доказывает Деканаидзе. Что рассказала глава нацполиции о расследовании смерти Павла Шеремета? Дело супервзяточницы. Судьи решали, что делать с погоревшей на многомиллионной взятке чиновницей Минагрополитики. Бюджетники потерпят? Кто снова посадил госслужащих на голодный паёк? По следам Монте-Кристо. Ужгородские контрабандисты уходят под землю. С военной техникой и наградами в Украине впервые отметили День национальной полиции. Дату еще в декабре определил своим указом президент. Празднования в Киеве проходили на Софийской площади, где принимали присягу первые полицейские страны. А сейчас их уже более 100 тысяч. Лучшим вручили ордена и медали. Хатия Деканаидзе уверена, спустя 8 месяцев работы полиции почти половина украинцев стала им доверять. При этом начатая реформа пообещала продолжать. А вот полицейские говорят, что их былая популярность уже не в моде. Самое время работать. Уже волна селфи пришла. Ну, иногда бывают люди, туристы, когда приезжают. Это эмоции, но это никак не вплине на мой результат. Для меня честь. Жетон, который висит на меня. Каждый человек, каждый полицейский, который служит, который будет служить национальной полиции Украины, должен понимать, что в полиции не место коррупции, в полиции не место политики, и в полиции не место негодяев, которые оскверняют наши ряды. После торжеств Хатия Деканаидзе пообщалась с прессой. Журналисты в первую очередь интересовались деталями расследования резонансного дела – убийства журналиста Павла Шеремета. Вчера, напомню, в прессе появились фотографии возможных подозреваемых в этом преступлении. В полиции подтверждать, настоящие они или нет, не стали. Глава ведомства сегодня также не ответила, почему медлят с обнародованием фотороботов, но пообещала, разговор на тему этого расследования состоится. Мы сегодня собираемся предоставить информацию, уже всю информацию в прессе. Пресс-центр опубликует время, когда мы сделаем пресс-конференцию, и я лично буду предоставлять вам информацию. Почему полиция медлит с обнародованием фотоотпусков подозреваемых? Я уже сказала. Брифинг все-таки состоялся, но без Хатии Деканаидзе. Почему она не вышла отвечать на вопросы, спросим у Елены Механик. Моя коллега с нами на связи. Лена, приветствую. Так в чем причина отсутствия главы нацполиции? Что-то известно или нет? Кто вместо нее отвечал на вопросы? Ну и самое главное, как все-таки продвигается расследование убийства Павла Шеремета? Вечер добрый, Алексей. Ну, почему не было госпожи Деканаидзе, нам никто толком не объяснил. Фотороботы нам тоже не показали. Вместо Деканаидзе ответ держали представители ГПУ и нацполиции. Ну, они нам особых новостей тоже не сообщили, как и новых версий. Разве что показали более развернутое видео с камер наружного наблюдения, которое было снято накануне трагических событий. На этом видео... улица возле дома Павла Шеремета, его машина, мужчина спортивного телосложения, женщина, которая подкладывает пакет возле авто. Собственно, часть этого видео появилась в сети сразу же после трагедии, но каким образом оно там оказалось, кто его туда слил, правоохранители до сих пор теряются в догадках. В настоящее время в национальной полиции проводится служебная проверка по данному факту. Насколько я знаю, в прокуратуре открыто уголовное производство по данному факту. Мы выясняем все обстоятельства, как первоначальное видео попало журналистам, которые потом это выложили. Кроме того, эксперты ФБР, которые были сразу же привлечены к расследованию, до сих пор еще результаты своей работы не озвучили. Они осмотрели место трагедии, саму машину и сейчас на своем современном оборудовании определяют, что же за химическое вещество было использовано в самой взрывчатке. Вони вже поїхали до, ну, скажем так, до себе додому і там проводять в своїх лабораторіях відповідні дослідження. А скільки часу вони здесь були? Близько тижня були. В
Определенно установлен разве что эквивалент взрывчатки. Это 500 граммов тротила. И еще правоохранители сейчас активно разыскивают свидетеля, которого удалось заметить на видео с наружных камер наблюдения. Он как раз в ту ночь, накануне трагедии, проходил мимо дома Павла Шеремета. Студия. Ну, грубо говоря, обещание дать всю информацию о ходе расследования, по-моему, осталось все-таки просто обещанием. Спасибо, Лена. Это была Елена Механик на прямой связи с подробностями. Из прозрачного офиса теперь будут следить за порядком полицейские в одном из криминогенных районов Киева. В столице рядом с радиорынком открыли первую полицейскую станцию. Конструкция внешне напоминает аквариум, сделана из прозрачного материала. Внутри оснащена оборудованием для видеонаблюдения. Работать в ней будут как участковые, так и патрульные. Обошлась новация в 200 000 гривен. Нацполиции надеются, что скоро такие станции появятся не только в больших городах Украины, но и в селах. Защита Александра Ефремова заявляет о давлении на суд во время заседания. Соответствующее заявление уже подали в Генпрокуратуру. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Ефремова Евгений Солодко. Он также сообщил, подали заявление о фальсификации доказательств. Речь о ролике, где обвиняемый якобы признается в финансировании боевиков. Защита утверждает, это фальшивка. Не составило большого труда найти оригинал. И сразу обнаружился монтаж. Выгодно было показать Ефремова в самом негативном свете. И градус вот этого общественного заказа, он был еще более поднят. Вся эта вакханалия, которая творилась возле здания Печерского суда, естественно, она не давала возможность судье принимать спокойное, взвешенное, объективное, самое главное, законное решение. Собравшиеся под судом требовали крови. Напомню, на прошлой неделе Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также обвиняют в создании террористической группы и злоупотреблении служебным положением. Суд арестовал Ефремова до 28 сентября без возможности внесения залога. Подсудимый свою вину отрицает. Бедна, как церковная мышь. Адвокаты задержанной чиновницы Минагрополитики Елены Полищук заявили, что деньги ей подбросили. Госслужащую, напомню, поймали со 150 тысячами долларов в багажнике прямо на служебной парковке министерства. Сегодня суд избрал ей меру пресечения. Все подробности этого дела давайте узнаем у Ярослава Кречка. Она в том же желтом платье, что и в момент задержания вечером 2 августа. Елена Полищук, начальница одного из отделов Минагрополитики. На скамье подсудимых заметно нервничает. Как валюта попала в багажник ее машины, уверяет, не знает. Гроши я никакие не отримала. И реально слідство, потому что есть суда, каким чином они з'явились на мапу. Я до них не торкалась, скажем так. Та людина, яка поклала мені машину там якісь речі особисто. Розумієте, ну не можна говорити, що я взяла хабар. Адвокаты добавляют, в багажнике нашли не 150 тысяч долларов, а так называемую куклу. Прокуроры этого не отрицают, но настаивают. Деньги Полищук получила лично, а документы, за которые требовала взятку, нашли у нее в кабинете. Так звана была застосована оперативный прием кукла, когда были пачки по 10 тысяч долларов, нібито. Сверху лежала купюра 100 долларов, снизу купюра 100 долларов, а между ними было перекладено купюрами по 1 доллару. Особа не рахувала, она открыла сумку, порахувала, что 150 пачок. Будут рассекречены материалы, побачите видео, побачите аудио, переписку в скайпе, в социальных мережах, в мессенджерах, про то, как домовлялись гроши, за что саме передавались гроши. Обвинение настаивало на аресте чиновницы с возможностью внесения залога более 3,5 миллионов гривен. Это эквивалент суммы, которую требовала Полищук за помощь в ликвидации, а затем продаже имущества одного из сельхозпредприятий. Любая другая мера пресечения, уверены прокуроры, позволит чиновнице влиять на свидетелей и доказать базу в целом. Адвокаты просили отпустить Полищук на поруки ее гражданского мужа или под залог в 50 тысяч гривен. Перебуваючи под загрозой отримати тюремный термин у размере 12 років, Полищук Олена Григорьевна может переховывать из органов досудового расследования в подальшем відсутку. Сумма среднего заработка Полищук складає 6 тысяч гривен на месяц, проживает в двухкомнатной квартире. Немає ні корпоративних прав, ніяких підприємницьких, все декларує як державна службовість, нічого немає. Бідна, як церковна миша.
В итоге суд чиновницу арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога. Правда, нужная сумма для выхода на свободу не 3,5 миллиона, как просило обвинение, а 124 тысячи гривен. Адвокаты заявили, таких денег у их подзащитной нет, будут искать. А прокуроры сегодняшнее решение судьи, говорят, скорее всего, обжалуют. Ярослав Кречко, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер. История вокруг строительной аферы в Киеве продолжается. Сегодня апелляционный суд Киева снова рассматривал меру пресечения главному подозреваемому в этом деле Анатолию Войцеховскому. Ранее он вышел на свободу под залог 14 миллионов гривен. Что на этот раз просили прокуроры и защита, расскажет Ольга Рыцарь. В коридоре апелляционного суда Киева группа поддержки Войцеховского. Это якобы инвесторы, опасающиеся, что их дома в случае ареста главного застройщика могут снести. Любые намерения журналистов спросить, откуда у Анатолия Войцеховского 14 миллионов гривен залога, воспринимаются в штыки. Кто за вас снес кошты, пан Войцеховский? Ну, як це, вы не знаете, кто 12 миллионов за вас? 14. Я в изоляторе сидел. Суд рассматривает сразу 2 апелляции. Одну прокуроров, которые требуют увеличить сумму залога до 50 миллионов гривен, вторую защитников, а не просит и вовсе отменить меру пресечения. Говорят, в деле недостаточно доказательств вины подзащитного. Показания других свидетелей, які тут досить великий перелік, які фактично не дають конкретних показів, повідомили, що вперше бачать нашого підзахисного в судовому засіданні. Грошових коштів не передавали йому, а передавали безпосередньо керівництво компанії. Бизнесмена Войцеховского в ГПУ считают связующим звеном 63 компаний. Они построили в столице около 40 домов на участках, многие из которых не имеют разрешительной документации. Теперь застройщика обвиняют в создании ОПГ и уклонении от уплаты налогов. Войцеховскому также инкриминируют за владение обманным путем деньгами инвесторов на сумму более 2,5 миллионов гривен. Будівництво незаконне, без будь-яких дозвільних документів, без документів на землю, наразі триває. Сам Войцеховский уверяет, начинал строить социальное жилье вполне законно, а дальше вмешались конкуренты. Все стройки, которые я начинал, они имели землю, они были те самые, значит, или был заключен договор на передавались функции забудовника, или какие-то дешевые стройки были куплены корпоративные права на фирмы, на которых уже были договоры аренды земли. Выслушав за и против, судья решил оставить все как есть. Визначен застава в размере 14 миллионов гривен в национальной грошовой единице, залишили без змін. Апелляционные скарги прокурора, від захисників Інакова або лишнего, оголошення интереса Войцеховського, залишили без задоволення. И прокуроры, и адвокаты таким решением суда остались недовольны, но обжаловать уже не могут. Впрочем, апелляционный суд по этому вопросу все же может еще раз собраться. На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко обратился в ГПУ с требованием изменить меру пресечения Войцеховскому на арест, чтобы не сбежал как организатор аферы с элитоцентром Александр Волконский, он же Шахов, из-под домашнего ареста. Ольга Рыцарь, Олег Неведомский. Подробности, телеканал Интер. Святошинский райсуд столицы продолжает рассматривать дело 5 экс-беркутовцев. Сегодня на заседании допросили волонтера Красного Креста Романа Котляревского. 20 февраля медика ранили в ногу. По его словам, как раз в тот момент, когда он оказывал медпомощь другому активисту. Котляревский подчеркнул, что его коллеги-волонтеры помогали обеим сторонам противостояния. В зале заседания также просмотрели видео следственного эксперимента. Согласно выводам экспертов, пуля, ранившая Котляревского, прилетела со стороны станции метро Крещатик. Обвинение утверждает, именно из того сектора беркутовцы стреляли по активистам. Напомню, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана в Киеве. Следующее заседание суда состоится 1 сентября. Эксперты дослідили в повному обсязі відео. Сам потерпілий зазначив, відповідно, було оглянуто його одяг, вивчено судову медичну експертизу і вивчено було встановлено рановий канал. І після цього було встановлено, що дійсно сектор відповідає тому, де знаходилася рота Беркуту, яка безпосередньо застосовувала зброю відносно мітингувальників. Ми бачимо, що від банку «Аркада» та бетонними барикадами, сніжними барикадами є значна відстань. І тому ми чітко можемо розуміти і прийти до висновку про те, що версія, висунута стороною обвинувачення, не відповідає фактичним матеріалам кримінального провадження.
Наиболее активные боевые действия на Донецком направлении развернулись в районе Авдеевки. Под обстрелом вражеских 120-миллиметровых минометов оказалась не только промзона, но и линии электропередач. В результате без воды оказались несколько городов Донецкой области. Как выживают люди в прифронтовой зоне? Материал Ирины Баглай. Две школьные подруги встретились впервые за два года боевых действий в родном городе. Не сдерживают эмоций. Война вот так вот разбросала нас. Дружба наша все равно выдержала, да, выдержала все невзгоды и все. В Авдеевку приехали на праздник, День Марии Магдалины в одноименном храме. Когда встретятся снова, не загадывают. Дурак только не боится, и дураку не страшно. Здесь же вообще-то стреляют, и дети погибают. Недавно погиб мальчик, который моего друга, одноклассника, сын. Боевики стреляли и этой ночью. Вражеский снаряд повредил линию электропередач в серой зоне между Авдеевкой и Синоватой. Город остался без воды. Хотя жители уже привыкли к таким перебоям, всегда имеют про запас. Тут вам была водичка, мы набрали ее. А знаю, что не будет? Ну да, нам позвонили, сказали, что водички не будет. Из-за обстрелов боевиков уже не первый раз Донецкая фильтрационная станция остается без электроснабжения. А вместе с ней и Авдеевский коксохимический завод. Работа на этом предприятии позволяет местным жителям выживать, несмотря на то, что завод уже 14 раз приходилось останавливать. Останавливать коксохим завода нельзя. Теория говорила о том, что это практически невозможно, но мы научились бороться против этого тоже. И научились генерить самостоятельно электроэнергию. Ну, где-то Ясиновато, направление за Ясиновато. И ложатся туда вот, надо, я не знаю, может специально, чтобы без воды оставить этот город. Ну, ложатся куда? Ну, ДФС. Саму же фильтрационную станцию боевики начали использовать как огневую площадку. На нее поднимают орудия и стреляют с высоты. Они подняли на возвышенность, там такая возвышенность есть, подняли и на будивлю. Подняли, обстреляли, опять же сняли, ее практически не видно. Але мы ее зафиксировали в приборе ночного бачения. Для подстраховки в резерве есть еще две линии электропередач из Макеевки. Но их также повредили во время вражеских обстрелов. Уже второй месяц руководство коксохимического завода ведет переговоры, чтобы их отремонтировать. Пока безуспешно. Территория вокруг заминирована. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Криминал или терроризм? В Лондоне преступник устроил кровавую резню. Пресса, не дожидаясь результатов расследования, успела напугать британцев возвращением террора. Так ли это, выясняла наш САПКОР в Лондоне Оксана Кундеренко. В 10:30 вечера в экстренную службу поступил звонок. На площади Рассел-сквер в самом сердце Лондона человек с ножом напал на прохожих. На этих кадрах видно, как его арестовывают. Полиция применила электрошокеры. Я видел тело на земле, накрытое красным покрывалом. Вокруг была кровь и суетились медики. Пострадавших шестеро. Это граждане Британии, США, Израиля и Австралии. 60-летняя американка от полученных ранений скончалась. Остальных забрали скорые. Угрозы их жизни нет. Некоторых уже выписали из больниц. А нападавшего поместили под стражу в ближайшем участке полиции. Здесь столько полиции было, человек 80, вооруженные до зубов, выстроили несколько кордонов. Машины, фургоны, оградили всю лентой и перекрыли. Уже утром сообщили, преступление совершил 19-летний гражданин Норвегии сомалийского происхождения. Мотивы выясняют, вещественные доказательства собирают, идет следствие. После произошедшего Лондон очень быстро вернулся к нормальной жизни. С площади сняли полицейское оцепление, движение для транспорта и пешеходов открыли. И теперь к месту трагедии люди несут цветы и свечи. Если сначала следователи не исключали версию терроризм, то сейчас с уверенностью говорят, у нападавшего проблемы с психикой. Никаких связей с радикальными группировками, никаких политических мотивов. Мы уверены, что это была спонтанная атака, и жертв подозреваемый выбрал хаотично. Это жуткое преступление – своеобразная встряска для Лондона, который живет в страхе нападений террористов. Оно не на шутку напугало жителей, пресса подняла шумиху. Даже новый мэр столицы Садик Хан собрался прервать свой отпуск. Но пока местные спецслужбы справляются и с потенциальными угрозами экстремистов, и с криминалом. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Напуганный террором, Старый Свет все чаще смотрит в сторону Израиля, страны, научившейся пресекать преступления еще в зародыше. Изучал ближневосточный опыт и наш САПКОР Сергей Услендер.
Несмотря на то, что израильским властям удалось сбить волну терактов, нападения все же продолжаются. На западном берегу, на одном из блокпостов, палестинец ножом пытался атаковать солдат, был убит на месте. А в Иерусалиме полицейские задержали арабского подростка, который планировал теракт в трамвае. Он пытался сесть туда с ножом, но был арестован. Израиль продолжает принимать жесткие меры по борьбе с террором, разрушают дома террористов. А буквально на днях Кнессет утвердил закон, согласно которому уголовная ответственность за такие преступления наступает уже с 12 лет. Не секрет, что большинство нападений совершают именно молодые люди, и среди них немало несовершеннолетних. Что касается палестинского террора, вот, например, камнеметания, то уголовная ответственность также наступает с 12 лет именно на территориях западного берега реки Иордан, но там немножко другая правоприменительность ситуация. Там наказываются родители штрафами, какими-то отменой социальных льгот и так далее. Но сами подростки до сих пор в тюрьму не садились. Кроме этого, ведется активный мониторинг социальных сетей. Там вычисляют потенциальных шахидов, потом их арестовывают. Резко увеличено число вооруженных патрулей на улицах. Установлено, что террористы-одиночки чаще нападают все-таки на людей в форме. Таким образом, снижается число жертв среди гражданских, а военные и полиция ловят террористов, что называется, на живца. Продолжается и борьба с финансированием террора. Буквально сегодня стало известно, что арестован Мухаммед Халаби. Он был сотрудником крупной американской организации World Vision в секторе Газа. В его распоряжении, по данным израильской разведки, находился серьезный бюджет в десятки миллионов долларов, который он направлял на финансирование строительства и восстановление тоннелей, закупку оружия и прочие террористические нужды Хамас. Для того, чтобы не быть разоблаченным, Халаби придумал несколько механизмов отмывания денег. Он инициировал крупные проекты, которые требовали серьезного финансирования. Проводил фальшивые конкурсы, в которых выигрывали подставные, подконтрольные ему компании. Но все-таки Халаби удалось разоблачить. Он арестован, сейчас находится в тюрьме, и ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Бюджетников снова переводят на голодный паек. В каких регионах начали задерживать зарплату госслужащим и кому в ближайшее время придется затянуть пояса? Об этом и не только узнаете из второй части выпуска. Покушение на лестничной клетке. Во львовской многоэтажке прогремел взрыв. Ксива оптом и в розницу. Кто торговал паспортами моряка в Мариуполе? Взрыв прогремел сегодня утром в одной из львовских многоэтажек. Серьезно пострадал один из жильцов. Где злоумышленник спрятал взрывчатку и какие версии случившегося озвучили правоохранители, узнавала Галина Якушка. В 10 часов утра мужчина вышел из своей квартиры в одном из спальных районов города. Возле двери увидел два мусорных пакета. Как только попытался отодвинуть их в сторону, раздался взрыв. Соседи говорят, грохот напугал их не на шутку. Дуже сильный вибух. Підійшла до глазка, дивлюсь, все в пилюці. Я хотіла вийти, в мене заклинило двері щось, ну, від вибуху, мабуть. Некоторые даже видели пакеты возле квартиры, но особого внимания на них не обратили. Никто и предположить не мог, что внутри, как потом выяснят правоохранители, боевая граната. Как видите, здесь мешочек с сміттям. У вас есть тревога какая-то? У меня тоже не было. Трохи дивно, потому что никогда они не выставляли мешочки. Вот тут, дивлюсь, выставили. Ну, выставили, то выставили. Ну что, выкинуть по дороге, зранку будут тут. Это вся реакция. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, несколько часов оперировали. Множинные осколковые поранения правих верхньої та нижньої кінцівки. Також травма з травмою носа. Пацієнта зразу було госпіталізовано. А пострадавшим відомо немного. Бізнесмен, 31 год. Орендував на місцевому ринку кіоск, де торгував дитячою одеждою. Квартиру знімав. В поліції предполагають, це було покушення на підприємця. От тільки хто пытался його вбити, поки неізвісно. Родні говорять, що конкурентів по бізнесу, які могли б організувати вбивство, у нього не було. Але, тим не менше, бойову гранату для нього хтось приготував. Речові докази, які вилучені, це осколки, спускова скоба дає підстави їм стверджувати, що це була саме граната F1. Интересно, что это не первое покушение на бизнесмена. Несколько месяцев назад неизвестные пытались сжечь его автомобиль. Тогда злоумышленников так и не нашли. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер, Львов. Как под Ужгородом контрабандный туннель искали. На уши правоохранителей поставил местный дачник. Уверял, что обнаружил на своем участке нелегальный лаз прямо в Словакию. Подробности детективной истории Марина Коваль расскажет.
Это дачный микрорайон на окраине Ужгорода. Лес, чистый воздух и словацкая граница буквально в 3 километрах. Когда один из дачников увидел в соседском огороде яму неизвестного происхождения, сразу позвонил в полицию. 20 метров уже выкопано, а что-то было, не знаю. И вот, бачите, все подняли на ноги, тут было много милицейских. Ну, а кто копал, Бог его знает. Сам хозяин дачи, где раскопали огород, от комментариев воздерживается. Какие люди были там, представники влады и так далее, попросили никому никаких информации только что не давать. Поэтому, пробачайте, не могу. Тоннель правоохранители изучали до поздней ночи. И вот заключение. Просто вырытый колодец. Можливо, черные археологи что шукали. Проведено георозвідку. Жодного тоннеля там не виявлено. То все фейк. Туризмовед Федор Шандер – сторонник версии о черных археологах. Говорит, их целью могло быть оружие прошлого века. Когда-то здесь было чехословацкое стрельбище. Хотя не исключает, что могли искать и подземные ходы. Их у границы немало, еще со времен Первой и Второй мировых войн. В Ужгородском районе и Берівському районе находятся прохідні зони под границей, так звані винні підвали. Можно купить карты у вільному продажі тунелей и цих винниц, які мають уже міжкордонне значення. По мнению Федора, именно эти карты использовали и при строительстве тоннеля, обнаруженного словацкими полицейскими ровно 4 года назад. Напомню, подземный ход длиной почти в километр начинался в частном дворе в Ужгороде, а заканчивался на частном предприятии в Словакии. Оборудован был по последнему слову техники, электрифицирован, а по нему ездили вагонетки. Словацкие правоохранители подсчитали, за 3 года работы только на сигаретах контрабандисты заработали не менее 150 миллионов евро. А еще могли переправлять нелегалов или наркотики. В Украине по этому делу задержали 2 братьев-предпринимателей. Суд звільнив братів від відбування основного покарання, встановивши їм іспитовий строк тривалістю 2 роки. Додатково обвинуваченим призначили штраф по 34 тисячі гривень кожному. Братів обвинили в самозахваті участка, незаконному строїтельстві дома, транспортировці подакцизних товарів і храненні наркотиків. А от за строїтельство контрабандного тоннеля в обвинительному заключенні ні слова. В Уголовному кодексі відповідальність за це не предусмотрена. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал «Интер», Ужгород. В Мариуполе СБУ задержала начальника регионального филиала инспекции по подготовке моряков. Чиновник с подельниками практически оптом продавал паспорта моряка. Организовывали липовую сдачу экзаменов. За свои услуги просили 1500–2000 долларов. Получали деньги через фирму-посредника. Зарабатывали около 140 тысяч долларов в месяц. Сотрудники СБУ установили поддельные документы. Таким образом получили более 250 будущих моряков. Задержали дельцов во время оформления бумаг для очередного кандидата. А во время обыска нашли и черную бухгалтерию за все эти услуги. Массированный обстрел украинских морпехов в Широкине, танковая атака под Мар'їнкою, мирные жители, которые застревают между пунктами пропуска в опасных серых зонах. Такие последние новости с мариупольского направления зоны АТО. Продолжит Руслан Смещук. Прошедшие сутки на мариупольском направлении выдались жаркими. В Красногоровке и Мар'їнці позиции украинских военных снова атаковал вражеский танк. А в Широкино наших морпехов засыпали снарядами самоходки боевиков. Сейчас для журналистов это закрытая зона. Пункт пропуска Гнутова находится в относительной близости от Широкинского плацдарма. Вражеский артналет на морпехов тут слышали очень хорошо. Обостряло ситуацию то, что в нейтральной и простреливаемой, так называемой серой зоне, находились мирные жители. Окрім постійних обстрілів сил позицій українських силовиків, бойовики на цьому напрямку доволі часто створюють штучні черги, аби люди нас залишались ночувати в так званих сірих зонах. Из-за этого на пунктах пропуска часто образуются гигантские очереди. Люди из-за длительного ожидания на жаре нервные и злые. Там она вообще не двигается. Потому что, ну, знакомый недавно приехал, сказал, 2 часа простояли без движения, мамашки пошли спросили, а ответ был очень прост, нам жарко. А еще тут уже несколько дней подряд ловят контрабандистов, которые пытаются провести из Донецка в Мариуполь российские сигареты. До этого почти всегда серый товар двигался в обратном направлении. А вот в самом Мариуполе почти военным парадом сегодня отметили День нацполиции. Вопреки близости к линии фронта, копы работают достаточно эффективно.
На территории Донецкой области, если один грабеж в сутки бывает, по всей области. Но я думаю, это очень хорошо. Показательно, да. Бич сейчас всей Украины – это оружие, боеприпас. Мы стараемся по максимуму не допустить выхода с зоны проведения антитеррористической операции в мирные области Украины. Особенно праздник понравился детворе. Ребята вдоволь налазились по броневикам и боевой технике. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. В Киеве не ждут нового посла России, даже не готовы обсуждать никакие кандидатуры. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что из-за действий России на Донбассе вопрос о новом представителе Москвы не стоит в повестке дня. Неделю назад Путин освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Тот занимал эту должность 7 лет. Его преемником в Москве выбрали члена правящей партии «Единая Россия» полковника запаса Михаила Бабича. Кстати, в Москве украинского посла нет с конца прошлого года. В Украине опять проблемы с выплатами бюджетникам. Особенно сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Там денег не хватает на зарплаты медикам. Как люди выбивают заработанное, что им обещают и на что идут в других регионах, чтобы не оставить медработников вообще без средств. Подробнее в нашем материале. Вот так в конце июля медработники райбольницы в Коломые требовали свою зарплату. Но их не услышали. Чиновники даже не соизволили приехать. Медики без зарплаты живут 2 месяца, а есть в семьях, где есть 3-4 медичных работников. За что я могу жить? Нам дали по 350 гривен и сказали, что заработную плату выплатили. Нам сказали, что может выплатить нам в серпні за червень, а за липень нам грошей не чекать. Ждали сколько могли, чтобы их все же услышали, на днях пришли на сессию райсовета. Требования прежние – вернуть долги. Вместе с депутатами в зале и чиновники оправдываются, их вины нет. Деньги не дает Киев. И, кстати, не только им. Культура с жовтня месяца уже зарплата немає. Освіта с листопада месяца уже зарплата немає. 11 месяцев фактично. Единственный вариант, который предлагает глава района – сократить штат. 20% – это приблизно от 1700 человек. 350 человек, которых треба было бы оптимизировать, скоротить и таким чином обеспечить всем іншим выплату заработной платы. В области посчитали, сегодня на зарплаты медикам не хватает почти 123 миллиона гривен. Говорят, обращались во все инстанции, но результата нет. Наши багаторазові звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради України, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я, ми отримуємо просто відписки, вишукуйте кошти в місцевих бюджетах. Почему люди не получают зарплату, заинтересовались и в прокуратуре, даже открыли уголовное производство. А медики заявили, если не выплатят долг, снова перекроют дороги, только уже госзначение. В Николаевской области деньги на зарплаты медработникам пока еще есть, но до конца года их не хватит. Пояса затянули санитарки, водители и работники хозблоков. Так называемые оздоровительные они не получают, а хирургам урезали надбавки. Зарплаты сейчас выплачиваются своевременно, но это не касается, конечно, дополнительных выплат, надбавок, процентов, хирургической активности и так далее. К сожалению, на эти статьи бюджет не перекрывает все наши требования. Как и медики Коломыи, мы тоже попытались узнать у госчиновников, почему же сложилась такая ситуация. Запрос отправили в Минсоцполитики, пришел письменный ответ. За финансирование не отвечаем, все вопросы в Минфин. Получить комментарии хотели и там, но ответа так и не дождались. Жанна Дудчак, Кирилл Ющишин, Зиновий Автонас, подробности телеканал Интер. Италия отказалась снимать санкции с России. Парламент страны отверг резолюцию с соответствующим призывом к правительству. Проект документа подготовила оппозиционная политсила евроскептиков «Движение 5 звезд». Ее возглавляет популярный в Италии комик Беппе Грилла. Вместо этой резолюции парламент принял другую с рекомендацией правительству страны содействовать выполнении Минских соглашений. Суд Стамбула вынес решение о задержании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его обвиняют в организации военного переворота в стране. Сам Гюлен ведет уединенный образ жизни в США, свою причастность к путчу отрицает. Экстрадиция оппозиционера требует Минюст Турции, но Вашингтон отвечает отказом. Попытка путча в Турции была в ночь на 16 июля. На улице Анкары из Стамбула вышла военная техника. Тогда погибли 238 человек, ранены почти 3000. К утру правительство восстановило контроль над ситуацией в стране. Волна арестов и увольнений после неудачного переворота продолжается до сих пор. Уже задержаны 26 тысяч человек.
До церемонии открытия Олимпийских игр в Рио всего один день. Власти Бразилии уже обещают удивить весь мир. И удивили. Какие скандалы разразились? София Гордиенко подробнее. Власти Бразилии, подавая заявку на проведение игр, обещали удивить мир и обещание свое сдержали. Но получилось не так, как планировали. Страна в глубочайшем кризисе, моральном и материальном. Идет процедура импичмента президента. Большинство бразильцев против игр, которые вымели деньги из казны и осели в карманах приближенных к власти подрядчиков. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс, который несет олимпийский огонь по городу, от протестующих сограждан надежно отделен полицией и танцовщицами самбы. Он улыбается и упорно делает вид, что все идет по плану. Но имидж портят со всех сторон. В олимпийской деревне строительные недоделки и вода с перебоями. Китайской сборной даже пришлось мастерить штору для душа. После того, как спортсмены попросили получше убирать в номерах, администрация увеличила количество сотрудников и убирать стали настолько тщательно, что пропадают личные вещи, техника и даже простыни. Что уж говорить об улице, где бразильские подростки в шлепанцах могут дать фору любому чемпиону по бегу на длинной дистанции и подрезанию кошельков у зевак-туристов. Пресс-секретарь игры в Рио принес всем извинения. Туристы и атлеты, которые являются нашими гостями, стали жертвами насилия и ограблений. Мы приносим извинения за это. Гасит спортивный дух и вода, точнее залив Гуанабара, в котором спортсменам приходится лавировать между мусором. Ну там пакеты в основном плавают, мебель попадается, столы мы видели. Большинство лидеров стран в связи с политической обстановкой в стране предпочли остаться дома. Вот только французский президент, один из немногих, кто прилетел в Бразилию. Первым делом он отправился в олимпийскую деревню поддержать атлетов. Хотя без политики тоже не обошлось. Одна из целей президента – обеспечить Франции Олимпийские игры в 2024 году. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала «Интер». Соперник Владимира Кличко замешан в допинговом скандале. Боксера Тайсона Фьюри отстранили от боев из-за подозрения в приеме запрещенных препаратов. Об этом сообщило британское антидопинговое агентство. У тяжеловеса якобы обнаружили в организме нандролон. Анализы брали еще в 2015-м. Именно тогда, в ноябре, британец победил украинского боксера, а затем согласился на реванш. Хотя позже бой отложил до октября якобы из-за травмы. Сейчас же написал в Твиттере, что все обвинения отвергает и будет отстаивать репутацию в суде. Первый частный полет на Луну не за горами. Кто, когда и на чем собирается на спутник, все узнаем из обзора. Британская порнозвезда Кэнди Чармс шокировала иранское общество. Любительница пластических операций, одну из последних по улучшению формы носа, сделала именно в этой исламской стране. О своем посещении она рассказала в Инстаграме. Правда, учетная запись подверглась хакерской атаке. Министр иностранных дел Ирана вынужден был оправдываться. Порнозвезда въехала в страну, подав документы на визу через турагентство и при этом указав свою профессию как косметолог. Возмездие Pokemon Go. Ролик с таким названием сняли в одном из туристических агентств швейцарского Базеля. На видео группа людей, одетых в костюмы Пикачу, ездит по городу в микроавтобусе и охотится на людей. Но не на всех, а только поклонников игры Pokemon Go. Ролик разместили на туристическом сайте, чтобы привлечь в город путешественников. Бар с глушилками. Владелец британского питейного заведения Джин Таб соорудил металлическую конструкцию, которая блокирует сигналы связи. Стив Тайлер считает, что социальные сети убивают пабы. Вместо того, чтобы общаться друг с другом, люди не выпускают из рук смартфоны. Правда, в баре стоят традиционные стационарные телефоны, по которым можно связаться со своими друзьями и пригласить их повеселиться. Уже в следующем году состоится первый частный полет на Луну. Власти США выдали разрешение на высадку компании Moon Express. Сначала на Луну отправят роботизированную экспедицию. Миссия рассчитана на 2 недели. В небольшой аппарат загрузят научное оборудование, передатчик и камеры для съемки Земли. Компания Facebook открыла сверхсовременную лабораторию. Там будут заниматься инновационными разработками. Об открытии лаборатории будущего сообщил на своей странице глава компании Марк Цукерберг. Если раньше Facebook имел отдельные инженерные проекты, то теперь здесь будут проводиться исследования в самых разных областях. Площадь лаборатории как половина футбольного поля. В ближайших планах создание шлемов виртуальной реальности и самолетов на солнечных батареях.
Последний день рождения в качестве президента Барака Обаме, 55. Первый раз хозяином Белого дома стал темнокожий, и после двух сроков Америка провожает его с улыбкой, ведь многие уже сейчас называют Обаму президентом с потрясающим чувством юмора. Каким еще он запомнится и американцам, и миру? Юлия Мендель разбиралась, из чего же сделан Обама. Еще в начале 2000-х в то, что президентом Соединенных Штатов станет афроамериканец, сложно было поверить. Но вот Барак Обама, хозяин овального кабинета, уже целых 8 лет. Он первый президент афроамериканец, и он боролся за гражданские права людей во всем мире, не только в Америке. Он действительно чуткий, он заботливый, и он, кажется, может находиться во многих местах. Сегодня Бараку Хусейну Обаме 55. Он вошел в пятерку самых молодых президентов США, заняв эту должность в 47. Но в Белом доме сегодня не очень заметно, что там именинник номер один. Барак Обама любит праздновать свои дни рождения в других городах, особенно в Чикаго, где он долгое время учился и работал, и где встретил свою жену Мишель. Вместе они уже 24 года, и именно благодаря ей мы можем узнать об Обаме некоторые подробности. Например, что 44-й президент США собирает комиксы, читал все книги Гарри Поттера, пробовал мясо собаки, а будучи подростком – наркотики. Мишель умеет пооткровенничать, рассказывая то, за что она полюбила Барака. Что движет Бараком – это ценности, которые он разделяет. Я называю их среднезападными ценностями. Мы верим в то, что нужно много работать. Мы верим, нужно говорить то, что думаешь. Твое слово – это твоя основа. Нужно относиться к людям с уважением и достоинством. Барак Обама известен тем, что он провел медицинскую реформу, начал выводить войска из Афганистана. А сам он гордится тем, что ему удалось избавиться от террориста номер один, Усамы бен Ладена, который организовал самый масштабный теракт США 11 сентября 2001 года. Еще Барак Обама автор нескольких книг, в том числе «Мечты от моего отца» и «Смелость надежды», которые стали бестселлерами в США. В 2009 году Барак заработал $5,5 миллионов на своих книгах. И именно тогда он смог выплатить долг за свое образование в юридическом университете. Ни при каких обстоятельствах Барак Обама не показывает слабинку. Его всегда спасает его чувство юмора. Например, когда на него набросили за то, что он жевал антиникотиновую жвачку на разных международных приемах. Вот как он отреагировал на одном из самых популярных шоу в Америке. Он умеет посмеяться над собой и не жалеет шуток для других, особенно если есть повод. Республиканцы говорят, что Дональду не хватает опыта международной политики, чтобы быть президентом. Но давайте будем честными, он провел годы, встречаясь с лидерами со всего мира. Мисс Швеция, мисс Аргентина, мисс Азербайджан. А еще шутит, когда журналисты сравнивают его нынешние фотографии с изображениями 8-летней давности, когда седина не так заметна. Говорит, чувствует себя молодым, потому что занимается любимым делом. Чем же ему придется заняться, когда он покинет Белый дом? Говорит, останется в Вашингтоне, пока здесь учится одна из его дочерей. Что будет делать, отвечает, как всегда, с юмором. Я так понимаю, вам нужна помощь тренера. Я тренировал команду своей дочери пару раз. Алло, алло. Но если серьезно, Обама уже упоминал, что подумывает о преподавании. Пока же просто мечтает прогуляться за оградой Белого дома без охраны. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Это все на сегодня. Доброго вам вечера и до встречи в подробностях.